уже день, а я все так и сплю, можно сказать, да? Лиля пришла со школы, переоделась, кушает, а Тёма так и не ложится. Тёма не ложится, а я, говорю, хожу как сонная муха. А мне еще к 6 часам, ну, к 5:30 надо выйти. Или наша детская поликлиника там на дому. У другого мастера буду делать гель-лак на Садовой, там на Киевской. За 1/2 часа дойти до Киевской, делать гель-лак. А я сплю, не знаю. Как я на... сейчас не посплю, на гель-лаке не усну, не знаю. Как так? Чтобы он пораньше пришел. Сама сплю. Может, сейчас еще Тёмочка уснет, и я подремлю, тогда еще будет более-менее. Лиль, ты покушала? Угу. Покушала. Как же чешется. Картошечку так не стало. Бока чешется. Проходит, значит, это хорошо. Мы сейчас сделаем уроки, и мама включит нам интернет. Да? Чтобы выходить со школы, кушать, переодеваться. Вот тут еще не одна побока. Вот. Ну, это у нас как в школу. Идешь, у тебя всегда то одно болит, то второе. То четвертое, то пятое. То третье сначала, наверное. Троечку пропустила. Вот. Ну, по математике нам повторить только... что там? Чешется. Что нам задали? Повторить умножение. Повторить умножение. А по-русскому... три умных пословицы написать умных, красиво на пятерку. Учебных пословиц. Учебных? Да. А, про учебу? А ты говорила умных каких-то. Умные, ну, я просто тогда чуть забыла. Вот. Учебных, да? По литературе... А, завтра её... Не было сегодня литературы у вас. Да. Так, огружающий. А, завтра у нас ИЗО. Огружающего завтра нету. Что на ИЗО было? Надо краски, баночку, кисточки и клеенку. И альбом, наверное, тоже. А, да, альбом. Самое главное, подписать его. Хорошо, у нас есть и кисточки, и краски, и клеенка, и альбом. Ой, все ой, у нас ой. Есть. Ой. Так что мы сейчас сделаем уроки, и потом ты посидишь в интернете. Ушки. Нифига себе ушки. Как у Микки Мауса. И я надеюсь, что Тёмочка еще сейчас поспит чуть-чуть после уроков. Лилинок быстро, которые сделаем. И я подремлю немножко перед гель-лаком. Вот. Я пойду. Лилечка начнет только сидеть, и папа наш придет, когда пойду.